Извечная проблема. Красить или не красить видео? Я, наверное, отношусь больше к тем, кто любит с видео поковыряться. Но в последнее время обращаю внимание, что, собственно, есть и те, и контент достаточно успешный. Вопрос, наверное, больше, что мы хотим от платформы, от соцсетей, что мы хотим транслировать, какую картинку мы хотим дать. И кто на чем, скажем так, заморачивается. Для кого-то важна, наверное, финансовая составляющая. Не скажу, что она для меня не важна. Конечно же, важна. Но в первую очередь мне интересен, наверное, сам процесс. Сам процесс не только съемки видео, а сам процесс и покраски видео. Я бы, наверное, сказал так, что покраска видео, она отнимает достаточно много времени, потому как чаще всего ты не сразу понимаешь, какой бы ты хотел видеть видео. Точнее, ты понимаешь, о чем видео, но не понимаешь настроение, потому как чаще всего цветокоррекция, она, собственно, создает некое настроение. Если мы уведем, скажем, тени в какие-нибудь красные цвета и сделаем подсветку позади такую более красную, либо все видео у нас будет более зеленое. Это, как правило, относится, если мы проводим параллель с Cinematic, то можно обратить внимание, что это чаще всего какие-то трейлеры, ужасы там или еще что-то. Если мы говорим о каких-нибудь блокбастерах, о каких-нибудь там, я не знаю, там, может быть, погонях там или еще что-то, то это чаще всего фильмы, точнее, в фильмах можно увидеть синими такими, больше оттенками. Если мы говорим о ламповых, теплых видео, там, комедии и тому подобное, то в большинстве случаев они именно с теплыми оттенками. И тут вот у меня всегда такой возникает когнитивный диссонанс. Какую картинку хочу видеть я? Часто бывает, что я хочу видеть картинку либо достаточно очень теплую, либо наоборот, я ее хочу видеть холодную, может даже где-то уходящую в зелень. Бывают, пишут те, кто задает вопрос, а почему картинка зеленит, или там почему картинка желтит. Здесь, скорее всего, вопрос настроения. Потому как полно разных фильмов, где есть... Возьмем ту же «Матрицу», то есть там часть фильма вообще зеленая, часть фильма синяя, и никто не задает вопросы. И простому обывателю на самом деле плевать. Понятно, что зачастую всегда интересен сам контент, а не то, какая она теплая там, или холодная. Хотя, еще раз повторюсь, цвет картинки, он все равно задает настроение. Ну, это лично мое мнение. По этой причине я, естественно, больше отношусь к тем, то есть если мне задать вопрос, нужно ли красить видео, да. Ни один фильм снят, если он не черно-белый, он не остается сырым материалом. Он все равно проходит ту или иную цветокоррекцию. И именно по этой причине мне тоже нравится, собственно, возиться с видео, изучать цвет, свет, каким образом все это происходит, как все это делается и что нужно максимально сделать для картинки, чтобы она была достаточно приятной для восприятия. Вот, собственно, мое мнение о том, люблю ли я красить видео, да. Пользуюсь ли я лутами, отвечаю на вопрос, нет. Потому как в большинстве случаев, даже если пронаблюдать мои видео, они зачастую все, в принципе, даже там разные цветокоррекции. Здесь именно вопрос моего изучения и моего настроения. Потому что я не стою на месте, я постоянно двигаюсь, постоянно развиваюсь, постоянно изучаю. И, соответственно, то есть картинка у меня с периодичностью меняется в ту или иную сторону. На что вы думаете по поводу цветокоррекции? Вам нравится работать с цветокоррекцией?
Или же вы просто предпочитаете накинуть лут и не греть себе голову. Ну или, скажем, вы из категории тех, кто сняли как есть и выгрузили. Если не сложно, напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели видео. Хорошего настроения, добра. Всем пока.